Современная музыка – достаточно широкое понятие. С одной стороны, это новое дыхание классики, а с другой – совершенно иное, противоречивое и многообразное творчество. Она настолько разноликая, разнообразная, что описать ее одним словом практически невозможно. Единственное, конечно, что могу сказать, что она очень интересная, она очень необычная. Я призываю всех к тому, чтобы они ее слушали и любили. Ансамбль современной музыки стремится донести до слушателей новые произведения, как именитых, так и начинающих композиторов. ИГЕРУ – это первый казахстанский коллектив, который открывает слушателю жанры авангарда конца 20 века и последние сочинения композиторов. Ансамбль современной музыки ИГЕРУ – такое уникальное явление на просторах нашей страны. Дело в том, что мы специализируемся на исполнении музыки композиторов западноевропейского авангарда и произведений композиторов наших с вами современников. Эта область очень долгое время оставалась терра инкогнитой и была закрыта не только для широкого слушателя, но также для профессионалов-музыкантов. Концерт прошел в необычном формате. Некоторые композиции исполнялись в абсолютной темноте, что было под стать музыкальной программе. Одним такая музыка приходится по душе, другие видят в ней непонятный набор звуков и хаос. Но это большая работа художественного руководителя, композитора и исполнителей. Основная цель ансамбля ИГЕРУ – это познакомить современного слушателя и вообще слушателя с современной музыкой. Мы не преследуем цель привить любовь, заставить слушать эту музыку и так далее. Это дело выбора каждого человека. То есть самая главная задача – познакомить. И мы всегда очень рады, что когда слушатель уходит довольный, ему действительно нравится.